Всем привет, кто новый на этом канале, подпишитесь. А само видео о том, то, что я буду вставлять сюда всякие кадры, которые у меня скопились за достаточно большой срок, как я играю в разные игры, как я открываю кейсы и тому подобное. Погнали! Сейчас я буду 10 раз открывать молитву новичка. В общем, да, я играю в Геншин, недолго, и уже видно, что летит перс какой-то. Первые 10 открытий я не записал. Вот, поэтому, да. Сейчас мне выпадают всякие мечи, книжки. И скоро мне выпадет перс. Фишер, вот, неплохая девочка такая, вполне. И еще мечи. Мечи, книжки. Ну, вот так вот как-то. Все 20 кейсов открыл. Не знаю, интересно вам это или нет, но я играл в Roblox. Да, и купил тачку за 450 тысяч. Класс. Ну, в общем, это самая крутая тачка в этом режиме, Retail Tycoon. Вроде обычный самый. Я не знаю, есть вторая? А, да, Retail Tycoon 2 вроде называется. Мы с другом скачали какую-то игру из интернета, и сейчас в нее играем. Я охранник. Окей, я тогда буду крутым Бонни. Бум, я иду, короче. Ну стой, я не понимаю, ну где сцена, ну реально, ну. Я уже не на сцене, алё. А где? Куда я пошел? Ну подожди, я разобраться хочу с управлением. Я на сцену пошел. А вон ты где? А, у меня есть. Я гитару взял. Я теперь модный. Ты крутой. Я уже иду к твоему офису, я уже близко к ста. Могу в окошко посмотреть. Стой. Не понял. Почему ты эндер. Почему ты. Эндер-скелет. Экзоскелет. Какой эндер? Ты чё? Иди, иди, у меня энергия. Эндер-скелет. Иди. Капецкий. Ты в туалете? Тут такая крутая система за аниматроников, то есть... И когда ходишь, у тебя какая-то типа что-то маны тратится, и ты ее можешь восполнять это на чекпоинтах крутых. А я иди. Ты что не можешь полезть в эту вентиляцию? Не могу. Чё ты не уходишь, я на тебя фонариком свечу. Погнали вместе защищаться от аниматроников. Есть проблема. Я могу через стены ходить, точнее через стола. Есть проблема. Алло. Э? У меня энергия кончилась. У меня все еще сосков много. Это странно. Как-то игра, по-моему, не доделана чуть-чуть. Потому что как мне тебя скримануть, алло? Ну я ж тебя как-то убью. Ну окей, я тупо здесь буду стоять. Ты посмотришь, как меня убьет Фредди? Я победил. Сейчас еще буду открывать кейс. Буду вставлять, наверное, только конец, потому что и так видео. Хотя будет не сильно долго. Кстати, это я записываю через где-то 2 месяца. Ой, ну да, я не знаю, в общем. Где-то через 2 месяца, наверное, после того, что вы видели до этого... И я просто, типа, смонтировал то, и сейчас добавляю это. Ну, в общем, смотрите, перемотайте, если не хотите смотреть Геншин. Вот тайм-код. Блин, одни дурацкие мечи выпали. А что, кейс с мечами открывал? Так, во, Бейдоу выпало. Офигеть, прикольно. Я ей особо не пользовался, кстати, потом. Так, о. Стоп. Итак, объясняю мое недопонимание. У меня есть такой персонаж, и мне выпал второй такой же персонаж, и как вы видите, мне выпала штучка на улучшение этого же персонажа. Класс. Что будет персонаж? О, боже, я думал 5 звезд. 2 4-звездочных. Просто послушайте, под что я обычно играю. Да, надеюсь, вам понравилось очень. В общем, Синтию выпало прикольно, наверное. В общем, как вы уже поняли, это очень разностороннее видео. И вообще, это вот это то, что вы видите, должно было выйти вообще как отдельное видео. Так что вот инсайт. И
Ну как инсайд? Сейчас я буду это все монтировать как видео, которое выйдет. Уже сейчас вы его смотрите. Почему бы и нет? Ладно, окей. Допустим, там великаны. Окей, вы что-нибудь поняли? Лично я нет. О, нормально. Это другой стороной надо. Вроде бы. Ну все. Давай, короче, протестируем, поплывет или нет. Ой. Нифига Давай себе. ставь. Бой, боже мой. Ну нормально, нормально, живем. Только FPS. Так, надо их поставить на эти О! накалячики. Вот эти вообще убрать. Офигеть, стри! Плывет нормально? Да, вообще четко. Реально. Это все знак делает. Точно? Путенька. Так все, мы можем через здесь плавать чисто. Точно знак делает. Не знаешь, ты сейчас его Кстати. брал, видишь, я упал с корабля. Короче, у тебя ник этот free2p.org. О, это, короче, все, кто смотрит, если у нас все официальная игра, да, мы играем в официальную версию игры, то есть мы покупали все, естественно, вот, у нас все официально, да? Ладно. Да, да. Ладно. Официально. А, ок. Я лампу поставлю у нас. Купил игру недавно. Да, я Меня тоже. Покупали. Я тоже вообще недавно купил игру. Как этот лифт сделал? Не, ну я умею, я, естественно, умею делать лифты. Но я так просто спросил. Конечно. Так, что-то как-то там делал, блин. Ой, сейчас папа звонит. Выглядит так себе. Алло, я тут. Да, алло. Так, ну что ты там сделал? Рассказывай зрителям. Ну, и смотри, мне. Я, короче, начинаю такой прикол типа делать. В общем, да. Пока что все нормально. Чтоб Все потом вот идет так четко сделать. По плану. Да-да. Наверное. Смотри, сейчас. Вот тут будем делать, будешь делать вот такими штучками. Сейчас. О, видишь? Быструю самую. И вот сколько? 10-9 блоков. Ой, точно, у нас же нет блока. Тестируем. А, что-то высоко. О, нормально так-то. Стой. А. О, нормально. Ну да, Теперь... тут круто, круто. Делай его а так. Вторая, вторая, чё? Кто вторая? Что вторая? Ну, в смысле, в поршень второй. Да не, одного хватит. Запускай. Давай. А, нет, пока что давай. Все, о, как-то очень нормально, быстро. Слушай. Да ничего, нормально. Подкидывай, FPS будет, давай, я попробую. Вот О, так, реально вот так нормально уже. Вот так. Так, погодь. Когда на этом лифте поднимаюсь, я не могу двигаться почему-то. А ну. Я еще в лифте кнопку поставить хочу. Ну, чтоб вниз вверх подниматься. Логично? Да стой, не надо так делать. Спустись. Погодь, они. Ты... Нажми кнопку сбоку. А, потолок слишком. А потолок там слишком этот. Так я не понял, крутой, надо его короче, поднимать потолок. уже. Повыше, повыше, да. А вот тут еще одну кнопку, и в принципе больше кнопок не надо. А, я понял. Вот с этого датчика все будет. Ты такой уезжаешь. Дверь закрылась, правильно? Вот это в лифте. Сейчас, погодьте, я крашу тут. Да, закрылась. А как и открыть, кстати? А, блин, открылась? А, я в комнате этой запертой сижу. Сейчас я тут тоже покрашу, похоже. О, нормально. Сейчас, ну вот так кнопку поставлю. О. А, вот, нормально. Да ё-моё. Вот, заходи. А. Теперь дверь закрывается, ты поднимаешься вверх. Да, лифт, лифт. Ты куда?
Так, а ну-ка, спускаюсь. Во, класс. Опа, дверь открылась. Вообще, да, нормальненько, бомба. так, круто. Объясняю вкратце, и мы тонем. Ой, У меня ой, есть ой, ой, единственная адекватная похолодел. идея. Стой на месте, стой. Мы сейчас утонем, корабль сейчас перевернет. Блин, так будет обидно, если мы это... И прикинь, зря отправили его где-то час или полтора, или полчаса. Ну, вот так вот переклинится. Хотя бы весело. Перекренится. Подожди. Стой, стой, стоять, стоять. Ты куда? О, нормально, нормально. Давай наклеим. Оп, все, теперь надо вот так. Сейчас ты окажешься под удивительном мире воды. Давай, давай. О, нормально. Поплыли. Ё-моё. Смотрите, как вода уходит. О, все, кайф. Воды нету на палубе. Ну, так, пока приехали. Ты не поплыл, как минимум. Ну да, смотри, сейчас. Наша главная миссия доплыть до этого корыта. Видишь, там впереди. Не, видишь, во-во-во. Как и вы. Вот можем это... Можем устроить гонки на воде. Доски? Не-не-не, вот это, видишь, там корыто стоит. Вот это машина? Да-да-да. А. Она же казалось бы, это сзади не может, вроде бы, да? Сейчас Так, я окей. сяду на нее. Сейчас будет обзор на лучшую машину в мире. Которая не умеет газовать назад. А, да. Блин, по-моему, я вообще не еду. Корабль Мне не топ. хватает топлива. Да нормально, на там четырех нету топлива. турбинах максимальных не едет. Какие максимальные? Я не понял, я мак... А, о, я смял. Не, ну в принципе все блин, знают. Блин, так интересно. Кому надо, все один подписчики сантиметр знают, в как минуту. меня зовут. Так. А, ну и кто быстрей? Ой, чёрт, Бум. Эй, чёрт. Сейчас, сейчас я развернусь. Надо шестую турбину подключить. Я тебя надо их вообще там переворачиваю. 18 подключить. Надо их 18 подключить, короче, пипец. И нормально корабль будет ехать. Похож прям на реальный какой-то. Ну А, точно, я да, не могу типа. назад газовать, я такой нажимаю. А в смысле? А в смысле не газуй, там? Давай я газону назад и пропущу. Я даже газовать. Ты трудно тоже не газовать, можешь газовать назад. Так, поехали. О-о-о, нормально. Чуть-чуть переклинемся, но это нормально. Ой. Я сломал. Так. Ну, я тебя побольше могу поставить, турбин. Но сейчас проблема в том, что уже на ну, палубу давай, давай, вода ставь. Проникает. Давай. Не верти я ты, блин. починковая. Ты что, блин? Чик. Починка во время плавания. Только не еще, газуй, а то мне еще три турбины. А то меня шпарит. Ой, еще четыре турбины, нормально. Еще четыре. Подключай их. Опа, подожди, сейчас. Еще Опа. Подгазуем. Опа, опа. Это сейчас будет, мы в другое измерение сейчас на такой скорости попадем. Реально. Стой, подожди меня. Правда, я сомневаюсь в этой. Я сомневаюсь, в ну, принципе, короче, не что важно. Наш корабль поплывет. О-о-о-о, он поехал, он даже быстро едет относительно. Смотри, мы поехали. Ай, я застрял так, в лифте. Так, так, я в лифте ура! Застрял. О, все нормально. Ой, я реально прикольно. Ура! Мы Так, плывем. Надо развернуться. Сейчас приплывем куда-нибудь. Ай. Интересно, что будет, если приделать ему какие-нибудь колеса от какого-нибудь гибертрака, я не знаю, что это такое. Кому? Это ой, блин, мы... Ты что сделал? Вот и помер.
боже. Что ты делаешь? Так, мы нормально, мы еще едем, погодь. А, сейчас, да? Сейчас я немного развернусь. Мы на камень встали. Так, а где у нас ванная какая-нибудь? Да убери подъемник свой. Сейчас я возьму. Стой. Ладно, нормально. Так ты, ты назад не сможешь газануть. Я еле поворачиваю, чтоб ты понимал. Мы едем на лодке. Мы едем на лодке. Еще на какой? Боже. Да нормально. О, я понял, как поворачивать еще можно. Смотри, мы в водоем выезжаем. Так, так. Там одно колесо не крутится. Ты прикинь, если еще двигатель сюда добавили бы. Поехали. Подключай, подключай нижний. Я думаю, можно на этом закончить. В принципе. Это очень весело. Ну все, мы дальше сами поиграем. Все, пока. Давай. В общем, на этом мы действительно решили закончить. Дальше мы чуть-чуть поиграли. И да, было весело. Надеюсь, вам очень понравилось это видео. Если понравилось хоть чуть-чуть, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Дорогие подписчики, желаю всем удачи, здоровья, всем пока.